Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, понедельник, утро, еще целых 6, а возможно в случае, если вы смотрите видео чуть позже, 5 часов до обновления клановых боевых задач, а награды за клановый ивент уже появились в магазине. В магазин выложили 50 ТП прототип, в магазин выложили обещанный Супер Хеллкэт, выложили набор с бустерами 7 днями према и X5 в количестве 10 штук за целых 85 боевых трофеев, а это действительно очень дорого. Исходя из того, что 30 боевых трофеев стоят 2500 голды. Да, ребят, можно будет докупить данные боевые трофеи, если вдруг вам, ну, прям совсем не хватает. Хотя я не знаю, насколько сильно нужен Супер Хеллкэт для того, чтобы докупать всего лишь 30, допустим, тех же самых боевых трофеев за целых 2500 золота, с учетом того, что Супер Хеллкэт в базарный день стоит 3500 косаря голды. Ну ладно, здесь уже математика у каждого своя, и все зависит от размера вашего кармана. Давайте будем обсуждать, что необходимо для того, чтобы забрать все, что нам предложили. Итак, смотрим еще раз. За 50 ТП прототип, который считается в данном ивенте главной наградой, просят 225 боевых трофеев. Много это или мало? Это не так уж и много, но и не так уж и мало. Сейчас попытаюсь объяснить. На всякий случай перепроверим новость, потому что бывает такое, что разработчики вносят какие-то изменения, в меня потом орехи летят. И посмотрим, ничего ли они не поменяли. Нет, не поменяли. Вы будете получать за каждую ежедневную клановую боевую задачу один боевой трофей. По 10 боевых трофеев за недельную боевую задачу, а их у нас там 2. И плюс к тому, ребят, вы будете получать 10 боевых трофеев за каждый прогресс клана в виде пройденного этапа. Сейчас ко всему вернемся для тех ребят, которые слабо в этом разбираются, и там же расскажу вам, что я посчитал на калькуляторе и во что вам все обойдется и насколько сложно будет пройти. Итак, ребят, смотрите, в клановых боевых задачах у нас сверху 3 ежедневных задачи и 2 задачи, которые длятся целую неделю. У нас будет 2 недели на прохождение кланового ивента, того получается 2 задачи по 10, это 20, и за 2 недели мы получаем 40. 40 вот этих вот медалек или боевых трофеев, называйте как хотите. Плюс к тому, каждый день, если вы будете выполнять все 3 своих клановых боевых задачи, вы будете брать себе еще 3 боевых трофея. 3 боевых трофея и за неделю, за 7 дней, того 21 боевой трофей, за 2 недели 42 боевых трофея. Того получается уже, если вы будете в течение 2 недель прям все выполнять, вы заберете себе 82 боевых трофея. За каждый вот этот уровень вы будете получать еще по 10. И если ваш клан прям суперский, такой как у меня. Кстати, всем соклановцам Вот ГСН огромный привет. Ребят, вы огромные молодцы. Я больше чем уверен, что мы свой 50 ТП прототип уж точно заберем. Потому что ребята настолько результативные, что по состоянию на четверг у нас уже было все закрыто. Так вот, ребят, если у вас хороший, качественный клан, который выполняет полностью все и закрывает полностью всю неделю на все вот эти 10 пунктов, то за эти 10 пунктов вы за неделю заберете 100 боевых трофеев. Еще 100 за следующую неделю, того получается 200. 200 и за все выполненные вот эти клановые боевые задачи каждый день плюс недельные вы суммарно соберете 282 боевых трофея. Напомню, за 50 ТП прототип просят 225 боевых трофеев. Таким образом, получается, что если вы состоите в клане, который действительно хорошо играет, действительно качественно все выполняет, если предположить, что вы в идеальном клане и все 10 вот этих пунктов будут закрываться каждую неделю, то вам необходимо со своих клановых боевых задач добрать всего лишь 25 боевых трофеев. Это не так уж и много. Это, по большому счету, выполнить по одной боевой задаче недельной за каждую неделю, ну та, которая полегче, и плюс еще пятерку добрать просто вот этими. И вы уже, в принципе, забираете 50 ТП прототип. Если вдруг ваш клан играет немножко похуже и закрывает, допустим, 8 недель, точнее, господи, недель, 8 пунктов из 10, то есть не закрывает полностью всю неделю, то вы соберете 160 боевых трофеев, и здесь вам уже немножко надо будет самостоятельно попотеть для того, чтобы добрать 65 боевых трофеев из вот этих клановых боевых задач. Как их добрать? 40 вы можете собрать, выполняя клановые боевые задачи еженедельные. Там получается 10-10, да на 2, до получается
40 у нас суммарно. Ну и плюс еще 65 необходимо добрать как-то вот здесь. Здесь уже будет немножко посложнее, потому что, как я уже говорил, для того, чтобы добрать здесь, необходимо выполнять практически каждый день. Но это в течение всей недели 42. А вам надо будет добрать немножко меньше. Короче говоря, ребят, все только в руках ваших соклановцев, ну и ваших в том числе. Помогайте друг другу. Я искренне желаю всем побед. Я искренне желаю всем забрать себе 50 ТП прототип. Ну а что касается Риттера, здесь ситуация, безусловно, гораздо сложнее. Для того, чтобы забрать Риттера, необходимо играть в составе взвода со своими соклановцами и войти в пятерку ридеров, которые, именно кланов, не игроков, а ваш клан на сервере должен войти в пятерку лидеров по количеству побед, собранных, играя во взводе вашими соклановцами, ну и вами в том числе. Ребят, у нас такое количество кланов, что войти в первую пятерку практически нереально. Но если вдруг ваш клан является таким, в котором все игроки как один будут играть во взводе все 14 дней, то тогда я думаю, что и Риттера забрать вы себе сможете. Что же касается 50 ТП прототип, то абсолютно честный обзор выйдет на канале буквально через полчаса-час после выхода данного видео. Если вы не хотите пропустить данный видос, то обязательно подписывайтесь на канал и ставьте палец на колокольчик для того, чтобы получить соответствующие уведомления. Я стараюсь специально для вас и надеюсь на вашу поддержку моего канала в развитии, вашими подписками, вашими лайками и вашими комментариями. Я побежал снимать специально для вас, ну а вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока!